Як і обіцяв вам, що з самого ранку поговоримо про те, як пройшов День Святого Миколая в Миколаєві. До нашої студії завітали ранкові гості. Отже, радий представити гостей нашої студії. Роман Сиденко, співорганізатор проєкту «До Миколаїв Миколаїв», та вже відома вам Аня Босякова, співорганізатор проєкту «До Миколаїв Миколаїв». Дякую вам, що зранку з нами. Доброго ранку. Доброго ранку, усі телеглядачі, і дуже дякую за запрошення після такого напруженого дня зараз з вами поспілкуватися і розповісти, як це все пройшло. Як і писали у Фейсбуці, якщо сил вистачить. Сил вистачило. Я бачу, це означає, що не тільки віддавали енергію, але і глядачі також віддавали вам взамін. Що було? Розповідайте взагалі про емоції, про те, що вдалося і що, можливо, хотілося, але чомусь щось завадило. Полтора месяца назад мы собрали нашу команду, запустили процесс, потому что три года мы уже в этом направлении двигаемся. Вот, собралась команда, накидали кучу идей, давай. Но по результату, в принципе, могу оценить где-то на процентов, наверное, 30 по нашим идеям. Угу. Потому что у нас получился замечательный домик Святого Николая и прекрасная вывеска на деревянной крепости, угу, в сказке. И Святой Николай, карета, кабриолет, хода, елка, всякие разные интерактивности, конкурс рисунков. То есть у нас был определенный... такой вот список вместе с управлением культуры, естественно. Я хочу вам больше сказать, что вы наробили вчера шороху на миколаївців, и дехто, кто забыл взагалі, разом с тем приватбанком, с усім, что День Святого Миколая, наша знімальна группа просто вчера працювала на соборній, подходит до нашей журналістки мужчина в поважному віці и каже: «Дівчина, та що ви тут знімаєте?» Каже: «Там воно піп, каже, зібрав скільки народу, таке шествие зробив». А йому ж кажуть: «Ти хто ж Святий Миколай?» Він каже: «А що, сьогодні свято? Як ви розумієте, ви людям повертаєте каску, тому що багато хто за своїми проблемами навіть забуває за те, що свято, і варто посміхатися і радіти». Я хочу сказати, 30%, як би там не було, все ж таки ще скромність, я це розумію, але дійсно робота зроблена величезна. Навіть той будиночок біля Ялинки вже багато чого варте. Скільки ночей і днів варто в той будиночок? Да, тому що я дивлюся фотографії, селфі всі нічні, ввечері вже. Тому що ми його замечательно підсвітили. Артем, глава ГО «Урбан Николаев», он у нас наш замечательный светлячок, и в ДК «Молодежном», и у нас там елка, а у нас домик, он подсветил, мы счастливы, это просто прекрасно. А еще Игорь Чубов и Максим Чубов, то есть благотворительный фонд «Допомога 79», если помните, они сделали нам замечательную подсветку, которая будет тоже радовать детей в сказке «До Миколая в Миколаев» на деревянной крепости. Естественно, вот как раз вот к крепости подходим, да. А Ром, как вообще ты увлекся проектом? Ну, были знакомы с многими ребятами из Демальянса, да, знаю как хороших ребят, и услышали зов, потому что так получилось, что вот у ребят в последний момент исчез с концами спонсор. Ну и получилось, вот у нас есть небольшой резерв, пока мы только молодые, вот только начинаем свой благотворительный фонд, «Новый Николаев» назвали, то есть вот я думаю, что в головах многих людей вот уже большая часть гражданского общества уже есть понимание, да, вот есть активные люди. Да. Николаева происходит. И вот, собственно, решили не выдумывать паровоз и назвать просто вот «Новый Николаев» и со своих фондов вот присоединиться к Святому Николаю. Хорошо, что смогли поднять. Самое главное, что реально вы, ребята, на сегодняшний день создаете такой вот туристический бренд Николаева, и хоть бы, может, вначале это звучало для некоторых со скептикой, да, какая-то скептик был, многие, что вот, как это, Одесса там, понятно, юморина там и так далее, стой, Николай, в Николаеве не верится как-то, но уже второй год вот подряд кабриолет всех, второй год кабриолет, я лично уже помню, когда все шокированы тем, как Николай может разъезжать, какие у него ангелы там и так далее, и самое главное, что у меня очень много знакомых, которые другие городах не приезжали в Николаев, чтобы посмотреть это шествие. Так что это большая заслуга ваша на самом деле. Что все-таки хотелось бы еще и, возможно, осталось теперь в планах на следующий год? Чего можно будет ждать?
Чего можно будет ждать? Вообще у нас была замечательная идея. Мы обращались к молодежи, к коллегии молодежной, к президии Национального университета кораблестроения, кому как не им возрождать мысль о том, что мы все-таки здесь отчасти кораблестроители. Я сама кораблестроитель, и, естественно, вот все, что мы создаем, это как крепкий корпус по деталям, по блокам, по секциям, да, вот. И я к ним обращалась по вопросу того, чтобы в дальнейшем воплотить в жизнь идею создания корпуса Святого Николая, который пройдет вместе с нами по шествиям по Соборной площади. Это бы, наверное, взбодрило и всех взрослых кораблестроителей, которые там на рынках сейчас торгуют, ну, грубо говоря, как да, есть, да, как оно деле, и есть. Что, да, вот. И взбодрило бы тех, кто сейчас учится, а потом уезжает за границу, отвозя, как говорится, все свои замечательные активные возможности и знания. Ну да, на самом деле очень такой ковчег прямной. Ну вот как-то по так, Соборной, с да. общечеловеческими ценностями. Но я так понимаю, что в следующем году можно это ожидать. Будем очень стараться, потому что воплотили в жизнь домик Святого Николая, мы его сделали за 2,5 недели. К нам присоединилась мебельная фабрика, уже известный художник Дмитрий Слепуха, Людочка, если вы видели два ангела там на домике из пенопласта и витражи, то есть все это собиралось ручками самых обыкновенных горожан. И вот потом на мастер-классах все эти поделки, благотворительный аукцион, в дальнейшем нас ждет детский дом. То есть мы по той же схеме, по той же спирали вот раскручиваем, у нас уже, как говорится, 3 петли, да, да, накрученных, есть. Мы все больше и больше впитываем в себя энергии в наши организационные моменты. Очень тяжело. Согласна, очень тяжело. Я вижу, как изнутри работает управление культуры, как это дается им с трудом, с вот этими всеми вопросами самоорганизации, да, с органами самоуправления. Первый раз на Соборной площади такой масштабный праздник. Елка поставилась вместо сколько лет стоял там Ильич. Вот. И она теперь совершенно другая энергетика. Это нужно было переломить, да. Это нужно было показать людям, что здесь простор. Восторг у детей просто колоссальный. Родители тоже. То есть есть. Вот люди дышат, на Соборной площади люди дышат, вокруг елки, этот домик, фотозоны. Если бы мы еще немного напряглись бы, да, и, может быть, Юлия Захарова присоединилась с ДК молодежного все-таки на Соборную площадь, потому что мы все горожане, мы все должны быть заинтересованы, чтобы главная площадь в городе развивалась намного масштабнее, чем какие-то локальные точки, потому что это наше лицо, это центр нашего старого города, Николаева, и мы должны раскрывать свое лицо. Ну что ж, будем надеяться, что, конечно, объединение будет этих центров, но тоже приятно, что все развиваются все-таки, не только центр, а все, скажем так, окраинности замерли и только тихо смотрят. Будем надеяться, что все будут брать инициативу в свои руки. А по поводу вот проекта услышал, что продолжаем и сейчас, то есть 19 часом все не ограничилось. Сейчас это проекты, вот детские дома, что это за проекты, хотелось бы тоже узнать. В любом случае, домик Святого Николая будет стоять целый месяц. Мы будем наполнять его разными интерактивными мероприятиями. Это будут мастер-классы, это будут какие-то игры, конкурсы. Нас ждет, скорее всего, вот в эту уже субботу тот аукцион благотворительный, который мы не смогли по техническим причинам провести вчера. У нас есть определенное количество поделок, которые наши мастерицы сделали, упаковали, подготовили. Люди уже подготовились, уже провести этот аукцион, но, ну, всякое разное бывает, вот, поэтому мы все-таки проведем его, и за вырученные средства поедем в детский дом, мы же уже были в Степовом, мы были в 3-м интернате в Ракетке, поэтому мы выберем еще один интернат, менее, как говорится, посещаемый, потому что мы мониторим, да, мы мониторим эту часть, вот, и поедем в детский дом, возьмем опять всех, кто участвует в нашей организации,
организации и подарим детям радость, подарки, и Святой Николай их поздравит. Вот Ром, я так понимаю, ты уже теперь как официальный Миколайчик, да. Можно да. тебя уже так назвать. Да, да. А теперь как свое видишь лично продолжение в проекте, все-таки, возможно, в каких-то новых еще видах? Ну, давай, я просто расскажу, как вот мы планируем, mm-hmm. чтобы работал фонд, и все, в принципе, станет ясно. То есть на данный момент мы вот силами вот своих волонтеров mm-hmm. заканчиваем сайт «Спільно кошт». Мы просто в один момент увидели, что вот, к примеру, инструмент петиции, ну, mm-hmm. к сожалению, не работает. А народу есть куда деть энергию, да, вот угу. народу хочется что-то сделать, но, к сожалению, упираются либо вот в административную, вот какую-то препятствие, да, конечно, далее, либо... Да. либо в денежное, то есть у них все решено, но не хватает банально денег. То есть сайт, соответственно, вот сбором средств угу. всех людей напрямую можно будет следить, куда они идут, четко можно будет видеть в процессе, как они собираются, ну и, соответственно, реализовывать. Опять же, любой человек, зайдя на сайт, сможет вот примерно по той же схеме, как подаются петиции, угу. он сможет подавать свой проект вот свою со всеми заявку, материалами, да, своя заявочка на проект, мы все как-то это рассматриваем. Как-то проверять эти проекты будете предварительно? Конечно, да, будем проверять все, начиная от целесообразности, от социальной важности, да, то есть человек должен будет предоставить примерно вот видение, сколько это будет стоить, как это реализовывается, кто может, вот какие организации могут это сделать, угу. то есть вот там какая мебельная фабрика это может mm-hmm. изготовить, за какие деньги. И, соответственно, мы будем подсказывать. А мы знаем, вот кто-то может сделать так же хорошо, но дешевле. Ну, основная, собственно, наша цель – это собрать денег и пустить их вот на оптимизировать, скажем так, да, работу, да. А наш проект, в принципе, позволяет активным горожанам показать, как это можно вот конкретно на угу. примере, потому что даже домик Святого Николая – это был своеобразный спильнокошт, да, спильнокошт, потому что первым спонсором был Василий Капуцино, угу. Компания «Укрбуд», а в дальнейшем даже вот зеленая подложка, я уже начала ее просто искать по городу, угу. Она была под флагом нашим на Соборной площади, угу. как раз на том же месте. Потом нам немножечко не хватило. Потом появился Вячеслав Ентин. Он тоже там немножечко добавил. То есть вот по чуть-чуть и мы создали, да. Вот, и мы предлагаем... Вот, главное мы... намечать проблему, а потом будем решать вместе, что да, называется. Да, да. Ну что ж, очень приятно, ребят, что вы работаете над тем, чтобы создавать для горожан праздник и реально показывать то, что Николай возобновляется, обновляется и, соответственно, живет новыми проектами, по-новому дышит на Соборной площади, так точно сейчас танцую вокруг елки. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я нагадую это глядачам, что сегодня спілкувалися стосовно проведення та й продовження проекту «До Миколаїв Миколаїв». Анна Босякова, співорганізатор цього проекту, та Роман Сиденко.